полотнах Журавлева ощущается необычная глубина проникновения в проблемы человеческой жизни. Его сюжеты почти всегда изобилуют яркими героями, большей частью такими, которых любил вводить в свои произведения Александр Николаевич Островский. Коварными сводницами, безжалостными, жуликоватыми кредиторами, пирующими на поминках купцами. Множество персонажей делают композицию картины динамичной и шумной. О настоящей причине, по которой собрались гости, напоминает лишь фигура женщины в черном, по-видимому, вдовы усопшего. В остальном сцена напоминает обычное застолье. Гости пьяны, слуги суетятся с новыми блюдами в руках. Отдельный интерес представляет интерьер дома. Художник прекрасно изобразил все атрибуты купеческого быта. Массивные портреты родителей семейства на стене, молча наблюдающие за нелицеприятным действом. Роскошные шторы с кистями, венчающие дверные проемы. Золотые светильники, свисающие с потолка, словно пауки. Как и другие полотна художника, купеческие поминки не способны оставить зрителя равнодушным. Картина отличается реалистичностью и эмоциональностью. От нее веет трагизмом, который проявляется и в низменных инстинктах собравшихся людей, и в царящем вокруг них хаосе. Журавлев умело изобличает порочное русское дворянство, демонстрируя его истинное лицо. Произведение знаменовало собой наивысший этап в творчестве живописца и проникновение в глубины человеческих характеров и социальных проблем.